Доброе-доброе всем утречко. Всем наидобрейшего, да? Вот они нюхают, что-то ищут. Да, мамка только вас взяла сюда наверх. Ой, Фия там что-то прячет. Что-то съела. Ай, колёчки. Так, это что это у нас на каточек зацепился? Надо подстричь срочно на каточки, да? На каточки. Такие хорошие тёшки, а? Все у нас уже встали, проснулись. Да, все миру улыбнулись. Да, малышня карандашня? Ой. Все довольны. Все бодрые такие. А это ты что нашел? Это кто из вас палку принес? А этот соболь сразу же в нее вцепился. Добыча у него, добыча. Обалдеть. Ты принесла, Леша, или феюшка наша заботливая? Красотульки, девчульки. А, малышня-карандашня. Да. Ты прям вот так мне будешь ретировать все на свете, да? Ух, какой ты суровый-то, а? А Вигусинка у нас и Милуся, как обычно, с утра они такие спокойные, томные, размеренные. Да? Скажи, Газа, я буду беситься. Ты колёчка, девчонка. Скоро она поедет у нас в новый дом. Да, скоро будешь других радовать. Да, Вигусик, красивая мордусик. Внучка твоя все-таки, внучка. Да, твоя дочка. Целых 3 поколения вместе, да? Милота и красота вы наша. Ну, а мы всем желаем наидобрейшего утречка. Замечательного начала дня. Фигуся, ты что у тебя за порыв такой нежности с утра пораньше, а? Ой. Всех целуем, обнимаем и чудесного вам дня желаем. И до новых встреч, да?